Артикли. Итак, мы уже с вами познакомились с артиклями неопределенными и определенными. Неопределенные артикли имеют значение какой-то, какая-то, некий, один. Определенные артикли означают этот, это. Неопределенные артикли. Un signore – один какой-то господин. Una signora – одна какая-то госпожа, сеньора. Определенные артикли. Мужской род. Il signore – этот господин. La signora – это госпожа. Можно вместо определенных артиклей использовать слова questo, questa для уточнения. Prendo il vino – я беру это вино, какое-то конкретное вино, определенное. Quale – какое, которое из имеющегося вина, из имеющихся видов, например. Questo vino – nella vetrina – это вино на витрине, то есть либо il vino – либо questo vino. Так вот мы и говорим il signore или questo signore, la signora или questa signora. Это женщина, это госпожа. Этим и отличаются неопределенные и определенные артикли. Это важно знать, вам будет проще ориентироваться в значениях сказанного. У нас есть свободный столик. Noi abbiamo un tavolo libero. Повторяйте за мной. Noi abbiamo un tavolo libero. Вот этот столик, о котором я только что сказал. Ecco il tavolo. И мы сказали артикль определенный. Il tavolo. Ecco il tavolo. Или ecco questo tavolo. Вот этот столик. Вот он. Eccolo. Eccolo. Вот какая-то церковь. Какая-то, просто какая-то церковь. Ecco una chiesa. Вот эта церковь. Ecco la chiesa. Ecco questa chiesa. То есть церковь, которую мы искали. Ecco la chiesa. Отлично, прекрасно. Benissimo.